Здравствуйте, уважаемые друзья. По вашей просьбе я сейчас покажу еще один вариант изготовления крыла. Но так как, чтобы не повторяться, мы с вами свяжем имитацию веснянки, а не ручейника. Значит, что нам понадобится? Крючок. Крючок я взял номер 20. Значит, желательно, конечно, чтобы вы начинали изготавливать его, ну, хотя бы с 16 номера, так как наши весняночки и ручейники очень маленькие. Крючок вот такой формы. Если по каким-либо причинам нет, можно связать на крючке для сухих мушек. Типа Тимка 200R. Это аналогичный по форме этому крючку. Или же можно использовать Камасан серии Сотка и 400. F11 Гамакацу, F16. Ну, естественно, я закрепил глазки и изготовил усы. В чем будет состоять у нас вопрос? Значит, крыло, как я уже неоднократно вам показывал, можно изготавливать как методом обратного разворота пера, вот так, и крепить. Также я показывал, можно изготавливать, и вот как у меня имеется вырез, но слегка его увлажнив, и получается вот такое крыло. Я для упрощения вам покажу немножко другой вариант, вот такой. Это берется наш лак, вот такой. Он достаточно эластичный и в то же время хорошо держит перо. Давайте мы будем с вами изготавливать, и в процессе я вам все буду рассказывать. Это при условии, если вы, как меня спрашивал Алмаз, также и Сережа, что если есть перо, если нет пера, можно спокойненько взять кусочек полиэтилена, который мы используем, сделать спинку и будет работать. Если есть пластикрафия, пожалуйста, используйте. Все очень хорошо подходит. Я промазал слегка цевьё клеем, так как, скажу сразу, будет ползти моя нитка, поэтому я почти всегда смазываю клеем. И возьму из петушиного пера небольшую щепоточку для хвостика. Совсем-совсем вот небольшой пучочек. Нам теперь необходимо с вами вымерить длину нашего хвостика. У веснянки он незначительный, поэтому слегка только лишь мы его с вами обозначим. Притяжной петлей подхватили и окончательно проматываем уже до начала загиба. Убираем теперь остатки, так как нагромождение нам на теле не нужно. Желательно наш хвостик слегка, чтобы вот был приподнят, как у меня, этого вполне достаточно. Для сегментирования я буду использовать, как обычно, обыкновенный люрикс, который я вам показывал на катушках. Закрепим кусочек. Если у вас по каким-либо причинам нет такого материала, используйте леску. Но леска должна быть достаточно тонкой. Теперь для тела понадобится или даббинг для сухих мушек, он так и называется, Superfine, который конкретно подходит для сухих мушек. Или же существуют наборы, вот покажу вот так, даббинга Антрон для вязания тоже наших мушек. Возьмем с вами несколько темнее оттенок, такой близкий к серебристому, для того, чтобы вот желто-песочно-серебристый, даже не поймешь, какой он на самом деле оттенок. Начните я
не смазывая, нанесу буквально вот до первого касания дабинга моего цевья. И теперь, как всегда, прокручиваем в какую-либо одну сторону, формируем жгутик. Значит, не надо очень много наматывать, так как у нас мушка крючок мелковатый, и нежелательно, чтобы у нас было большое нагромождение материала. Так слегка обозначим вот наше тело, но придадим ему небольшую вот такую конусность. К грудке, естественно, идет небольшое у нас утолщение. Теперь сразу проматываем в обратном направлении нашим дабингом, вернее нашим люрексом, просегментируем так, как вам будет удобно. Выберите для себя угол до самых глазок. Закрепили, удаляем остатки, и обычно я всегда наношу на месте завершения, так как люрекс наш будет трепаться рыбкой, на место крепления. Теперь берем наше крыло, которое мы подготовили. И я уже приблизительно, допустим, знаю, какая мне нужна длина. Должен закрывать у меня край хвостика, край крыла аккуратно притяжной петлей. Подхватываем наше крыло, следим за тем, чтобы его не утянуло никуда. По возможности, если вот как у меня выходит, что небольшая как асимметрия, надо взять и немножечко подтянуть наше перо. Давайте закрепим, остатки отрежем. Мы с вами закрепили, вот как я уже показал вам, чтобы было видно, вот так, перышко. По длине подобрали, и я закрепил кусочек пенки, достаточно тонкой, но и в то же время подвижной. И, скажу честно, с трудом подобрал перо, чтобы можно было обозначить лапки. Так как крючок 20 номер, не всегда под него можно найти перья. Как подбирать перышки, я вам уже, друзья, показывал и рассказывал. Ну, теперь нам остается здесь, так же, как и в ручейнике, так же, как в любой имитации наших мушек, сделать, ну, порядка 1,5-2 оборота нашим пером, сколько будет нам позволять. Теперь перехватываем наше перо, оставляем его под весом нашего перодержателя. Перо мы пока не удаляем, так как если мы сейчас начнем с вами удалять на очень мелкой мушке, мы порушим с вами все крепление. Теперь что нам понадобится? Очень аккуратно, насколько вы сможете выполнить эту операцию. Если вот нет, то можно вплоть до того, что верхние, вот те волоски, которые, но желательно перед этим хорошо-хорошо вот так их подровнять. Верхние волоски, которые нам вот сильно мешают, можно вот так вот взять и срезать. Они нам пользы не сыграют. Годится. И теперь остается только лишь нам переломить вот так нашу пенку и уже окончательно закрепить в районе колечко, вот так, чтобы вышла такая конструкция. Ну, я руками немножко буду закрывать, поэтому давайте мы окультурим и потом продолжим. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, вот такая наша весняночка.
которое мало чем отличается от нашего ручейника, готово к работе. Если, вот как вышло, видите, вот у меня, что немножечко длинноватые волоски, их тоже можно будет спокойно подстричь, если у вас нет необходимого пера. Достаточно вот этих боковых, которые достаточно хорошо у нас работают. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, как вам будет удобно, но достаточно уловистая и актуальная приманочка именно сейчас. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!